Новый год не за горами, и это время надежда на что-то хорошее. Наш телеканал продолжает рассказывать о примерах помощи от благотворительного фонда «Константа» и неравнодушных людей. Тему продолжит наш корреспондент. Анастасия живет в Тверской области и в одиночку воспитывала двоих детей. На средства от материнского капитала женщина приобрела дом. Общее состояние жилья оказалось неплохим. Своими силами женщина сделала ремонт. Однако после проверки надзорными органами выяснилось, что главный источник тепла для всего дома – печь находится в аварийном состоянии. Собственных средств для ремонта очага у женщины не было. Семья, да, попала нам через отделение по работе с семьей и детьми. Анастасия воспитывала одна двоих детей. В доме находилась пожарная. Опасной ситуации печка. Ее полностью нужно было заменить, потому что она уже дымила, плохо топилась, тепло не держала, поэтому было холодно зимой. В доме во всем чувствуется скромность и уют, а очаг всего печь. Для этой семьи помощь подоспела вовремя. Фонд «Константа» поддержал женщину и помог вернуть в дом безопасность. Приобрели материалы и нашли специалиста для замены печи. Благотворительному фонду «Константа» очень хочется выразить большую благодарность за помощь постройки новой печи. Если бы они не помогли, то, наверное, мы бы остались в холоде. Теперь в их доме установлена новая большая печь. Она хорошо обогревает и кухню, и комнаты. И дети могут не бояться наступления сильных морозов. Я строю замок, Танюш. Давай большой замок построим. Давай. Куратор фонда поддерживает связь с Анастасией. Женщина вышла замуж и родила третьего ребенка. Печка работает исправно, и зимой уже никто не мерзнет. После того, как мы помогли с печкой, да, потом много людей проникли в ситуацию Насти, да, и было принято решение оказать еще помощь в виде приобретения душевой кабины. Так как у семьи не было места, где они могли мыться, не было бани, да, и вот мы в итоге приобрели душевую кабину. Это была Настина мечта. Фонд «Константа» 10 лет оказывает комплексную помощь жителям Тверской области ради сохранения детей в кровной семье.